Ситуация в Порецком благополучно разрешилась. У пожилых людей появился помощник. На жалобу о несоблюдении мер безопасности и прогулках без надобности отреагировали и в Красночитайском районе. Да, действительно, на 8 число мы полностью, значит, разъяснительную работу провели, но акты не составляли, потому что первый раз люди могли и не знать. А сегодня уже вот именно определенные требования, определенные меры будем принимать в отношении тех людей, которые самовольно будут гулять без всяких разрешений. Также, которым необходимо идти на работу, значит, специальные справки выдали всем. Здесь тоже эта работа ведется, определенная форма образца. Я думаю, такой проблемы, наверное, не будет. На сегодняшний день у нас 285 человек, которые прибыли из других регионов, и 4 человека, которые стоят на самоизоляции, это прибывшие из-за границы, да? А 285, которые из других регионов, они на учете, они тоже должны находиться в течение 14 дней дома на самоизоляции. Вот этот вопрос, полный контроль, ежедневно мы проводим мониторинг.